Здравствуйте. Здравствуйте, Родион. Вы ковбой? Ну, почти. Ковбой. Больше индеец. Индеец. Солидно, солидно, да. Чем занимаетесь в жизни, Родион? В жизни вожу цирки Шапито. Имея своих 3 цирка, ездим по всей Украине. 3 цирка? Цирки Шапито. Карабас-барабас? Ну, почти, скажем так. Вам можно и самому в цирке работать, мне думается. Работаю. Прекрасно. Что-то сейчас нам покажете такое эксцентричное, цирковое? Давайте «Беспечного ангела». Вот, давайте. Браво, Родион. Шедевральная песня. Шедеврально исполнена. И на меня произвела колоссальное впечатление. Мне бы даже понравились больше, чем Кипелов. Спасибо. Мы рукоплещем вам. Я говорю да. Спасибо. Восторг соседу вам не понятен. Вы действительно очень интересный персонаж и один, наверное, из немногих, кто обладает уникальным жизненным опытом. Ну, цирк Шапито – это очень интересно. Это очень похоже на нашу жизнь. Выбор песни говорит о красоте души. Я говорю «да». Спасибо огромное. Я тоже говорю «да».
Это 4 такта и даже тренировальный такт.